Следующая песня из фильма «Мулен Руж», из фильма, который возвращает нас в те времена, когда публичные дома существовали ради музыки. Пожалуйста, встречайте открытие 99-го года Кристина Агилера, Лил Ким, Майя и Пинк. Песня из фильма «Мулен Руж». Be independent woman, some mistakes for holders. I'm saying, why spend mine? You're not spend yours. Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats down. Let it all ring. Get love from the dudes for badass chicks. Come on, sing. Hey, sister, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass by case. The meaning of expensive taste. What a hit, yeah, yeah, yeah. Хороши. Мне особенно понравилась вокальная
заливистое соло Кристины Агилеры. Ну, по-моему, все-таки Патти Лабель сделала свое дело. В 75-м году первый раз она исполнила эту песню. Которая сейчас вошла в саундтрек к фильму «Мулен Руж». Хорошая песня. Хорошее шоу было. С годами выступления. Вот номинанты в категории «Лучшая совместная поп-работа». Леди Marmalade, Кристина Агилера, Лил Ким и Пинк. Интересный эффект они замутили там из Америки. Я думал, что это прерыв связи, но это концепция. New York State of Mind, Тони Беннет и Билли Джоэл. I'm in a New York State of Mind. Nobody wants to be lonely. Рики Мартин и Кристина Агилера. My Kind of Girl, Брайан Макнайт и Джастин Тимберлейк. It wasn't me. It wasn't me. Шеги и Рикардо Рико Дассен. Guys ready? Ребята, готовы? And the Grammy will go. Грэмми достается... Lady Marmalade. Lady Marmalade. Вместе выйдут. Ой, не переоделись еще. Это замечательно. Ой, ну ладно, заглядываться-то. Да я не заглядываюсь, я слушаю. Песня хорошая просто очень. И исполнительница. Ой, а где же Пэтти? Она была бы рада. Боже мой, это было так неожиданно. Спасибо. Спасибо Академии и всем на Грэмми, маме, папе, Майклу, всей моей семье. И моим девчонкам. Моим девчонкам спасибо. Мы хотим сказать спасибо Богу за то, что нас благословил. И те, кто решили дать нам эту награду, спасибо вам! А я хочу сказать привет своим маме и папе. Спасибо Джимми Айви, который втянул меня в это. Рону Ферру, Миссии, всем девчонкам, всем, кто работал над этим проектом. Привет, мам! Привет, Хиллари! Привет, Джина!